Ребят, всем привет! Вы на канале TK Spot, и я TK. И сегодня мы поговорим про правильный старт в Raid Shadow Legends в 2023 году. Вы создаете новый аккаунт, как вам его правильно создать? Ну, соответственно, у нас есть правильный старт, это ссылки. То есть будет прикреплено в описании ссылочка на сайт, где есть выбор, с чем вы хотите стартовать. Мой must have и самая крутая ссылка это Драха и Тайрал. Надо понять, что Драху вы получите на 15-м, по-моему, левеле, то есть не сразу, а Тайрала вы получаете сразу. Что такое Тайрал, что такое Драха, ну, новичкам я объясню, особенно если вы только-только начинаете играть в эту игру. Тайрал это массовый разлом, мне, например, полгода не приходило, кроме воительниц, которая выходит из компании, это редкая героиня, с Тайралом это, ну, то есть Тайрала можно в лидерку на КБ использовать, но в основном это массовый разлом в подземелье, на арену, куда угодно, то есть он бьет и на всех вешает массовый разлом защиты. И потом после него ходит уже ДД и убивает. Вот, Драха же это топовый ресальщик из эпических. Я считаю, наверное, топ-2, топ-3 из реса эпического. Она очень круто себя проявляет, например, в роковой башне. Ставя ее в лидерку, она когда под пелену уходит, вашу команду уводит, у вас получается плюс 100, по-моему, там сапры, да? То есть у нее лидерка на сапру и плюс под пеленой плюс сапра. Ну, то есть 100 сапры. Ну, как бы не валяются на дороге. Плюс она ресает, плюс она хилит, то есть это супер. Плюс она жирная, соответственно, реген, соответственно, бессмертие, и она просто, ну, всех поднимает, всех хилит. Да, она не масс-ресальщик, это единственный минус, мне кажется. Ну и плюс она не войдовой стихии. Вот. Дальше, что мы можем получить, кроме этого? Мы можем, соответственно, пойти где-нибудь надобыть промокоды на вот этих вот ребят. Это Prime Game Drops промокоды. Сейчас выходит на Генбо, уже было на Кунаичи. И вот эти вот ресы. Они у меня стоят в личке, можно спросить, сколько сейчас вот этот промокод 70 рублей стоит на Генбо, будет чуть подороже. Вот в эти даты забрать Генбо, вот в эти даты вот этот, вот в эти даты вот это забрать. Можно. Соответственно, вот этот промокод можете ввести, он как для новичков, так и для старичков. Обращайтесь в личку. Да, также я могу помочь с донатом из РФ, если у вас проблемы, тоже обращайтесь. Много отзывов есть, ВК, ТГ, все в описании. Вот, ну и сейчас я вам скриншот прикреплю. Это какие промокоды сейчас есть на данный момент. Первый промокод это Power Starter. Тут вы получаете талию, 3 баночки энергии и 150 попыток мультибоя. Неплохой рез, герой средний, но это ДД. То есть у вас появится уже хотя бы средний эпический ДД. Этот ДД сильнее Каэля, ну, при прочих равных он сильнее Каэля. Его сложнее прокачать, потому что это эпические книги, они редкие для Каэля. Да, на старте Каэль все-таки легче прокачивается, но если у вас есть достаточное количество эпических книг, хотя я не уверен, что можно советовать ее в талию бахать. Ну, не знаю, основная причина, что у Талии Масуха посильнее, чем у Каэля, но Каэль при этом заливается, может еще раз сходить, ну, сами знаете. В общем, у них такие особенности, но Талия средний герой, но прокачать можно. Она вам и на военных фракциях сгодится, и как ДД на арену, да и в принципе в подземельях тоже может там волны пошотать. Дальше следующий промокод Super Powers. Еще раз, это действует только для новичков. Сейчас старичкам нет никакого смысла вводить. Это у нас Армстронг. Армстронг это топовый чувак. Это на КБ, это в лидерку, это бонус скорости. Вместо Хатун, например, он и заливает, и разламывает. Есть анкилы с ним в КБ, то есть он как ускоритель. Очень крутой, вешает паразиты, команда из него живет. В общем, можно юзать везде, везде, везде. Вопрос Тайрала или юзать, или, соответственно, Арсенга, что вам не хватает? Если Тайрала вставить в лидерку, это плюс защита будет, то есть выживаемости, либо скорости не хватает. Если скорости не хватает, ставим Арсенга в лидерку. Если нет, ставим Тайрала в вашу команду в лидерку. Вот. Или, например, у вас ДД от защиты, тогда Тайрал будет тоже преимущественно более выгодный, чем Армстронг. Вообще, в принципе, герои условно выполняют основную задачу. Это разлом. Просто Тайрал при этом бафает защиту, плюс там оглушение неплохое. Штраф атаки, по-моему, С1 у него есть. А у Армстронга это слабость. Ой, вернее, паразит он накладывает, благодаря которому команда выживает. Да, он заливается, разламывает. В общем, герои прикольные. Это очень крутой герой, топовый. Топовый эпик. Давайте так. Ну и Мордека есть еще такой промокод для новичков. Это вообще, в принципе, вам говорят, держите 20-25 паучиха, Мордека. И да, сейчас многие старички скажут, что есть Акот в роковой башне. В принципе, однотипные герои.
Но у Мордекая он как бы без удара накладывает, поэтому шанс то, что он что-то там зафейлит, минимальный. То есть Мордекай круче Акота при прочих равных. Если одинаковые статы, одинаковые книжки, все-все-все одинаковое, Мордекай круче. Это, в принципе, пропуск. То есть Восставшего вы, например, забрали, в лидерку ставим, там, или еще куда-то Мордекая, там, ХС-очек, и все, 20-й, 25-й получиха, здравствуйте, приехали. Очень топовый герой, массовый выжигатель. Ну и тут прям опять же ресы дают, книги дают. И крайний промокод на сегодня — это midgame 23 win. Это просто на ресурсы. Что могу сказать? Итого, вы начинающий аккаунт, вы зашли в игру по какой-то определенной ссылке, получили Драху Асильну, получили Тайрела, да, еще там ресурсики, вы получили, введя вот эти вот три промокода, четыре даже, вы получили ДД, вы получили Армстронга, вы получили Мордекая, массовый ЖК и кучу ресов. Итого у вас эта команда готова, то есть Драха плюс Тайрел плюс Талия плюс Армстронг. Ну и Мордекай, вместо Мордекая, может, что-нибудь еще кого-нибудь пятого. Он навряд ли пригодится вам кого-нибудь там на волнах, в роковой. Можно какого-нибудь там лекаря поставить, что-то такое. Можно ДД, например, поставить, ну, того же самого Каэля. Вот, Драх, в принципе, в соло может затащить ваш... ну и плюс у вас тут Армстронг будет подсейвливать. В общем, можно такой команды затащить подземелки, компании и прочее. Очень крутой старт. Если бы я сейчас стартовал, это прям кайфы. Просто качай. Вот так я советую начинать играть в Raid Shadow Legends, если вы решились в 2023 году, с вот такими топовыми героями. Это наитопейшие герои, кроме Талиана, средний герой. Вот так вот начинайте, такая вот вам подсказочка. Ну а с вас я жду подписочку, лайк, дизлайк, если видео не понравилось, не актуальный комментарий, подписки на все соцсети, это ВК, Телега, там прочее, Дискорд, в общем, все будет в описании, полезненько. Я постарался сделать максимально полезное для вас видео. Ну и, естественно, вам спасибо за фул просмотр и доброго времени суток вам, дамы и господа. Ребят, стример набрался опыта и готов предложить свои услуги. Первое — это любые услуги по Raid Shadow Legends. Это там прохождение подземелий, КБ, советы, просто обзор аккаунта. Цены будут очень доступны, они будут на raid.guru в моем сайте. Для новичков, кстати, очень советую. И вторая услуга — это покупка доната с помощью карты из другой страны. Я себе ее завел, могу помочь за очень небольшой процент. Это просто как помощь для игроков из РФ, кто не может купить себе донат. Спасибо за внимание.